что, дорогие друзья, буквально через несколько мгновений судья Вячеслав Белов-Листовский начинается матч между командами Кубань Краснодарского края и командой Металлург города Витте. Если представлять команды, которые сейчас вышли на поле, можно сказать, что «Металлург» начал эту игру в экспериментальном составе. Молодые ребята вышли на поле. Я обязательно представлю всех, кто сейчас на поле. Это номер 5 Алексей Волков, номер 10 Антон Гусарев, номер 7 Владимир Кушинский, номер 8 Михаил Липин. И вот первая же осмысленная атака на ворота команды «Кубань» завершилось ударом, но не точным ударом, и мяч прошел мимо ворот. И вратарь команды Кубань Игорь Ермишкин вводит мяч в игру. Пока опасных моментов не возникает ни тех, ни других ворот, хотелось бы сказать, что команда «Металлург» является лидером соревнований Евролиги. Не потерпела пока ни одного поражения. Идет с хорошей разницей забитые пропущенных мячей. И, естественно, как может быть не всегда, является основным кандидатом на победу в этих соревнованиях. Ну, посмотрим. Номер второй Николай Календарев. Ну, плотно его встречают, не дают подойти к воротам. А вот уже и первым нельзя оставлять форварда одного напротив вратаря. Все правильно, надо защищать свои ворота всей команды, не только вратарю. Михаил Липинский проходит центр поля с Антоном Гусаревым. Ну, мы видим, что перед началом встречи разразился дождичек. Сейчас солнечная, хорошая погода, и я думаю, что болельщикам приятно смотреть на игру. Видит солнышко, тепло. Ну, а спортсменов, конечно же, мы ждем. Вот первый удар штанга. Второй раз спасает Игорь Ермишкин свои ворота. В первом случае это была штанга, ну а штанга известна, подруга. Подруга вратаря. Ну вот первая уже осмысленная атака была и на ворота Кубани. Команда Кубань. Все молодые спортсмены, кандидаты в мастера спорта. Но, как мы видим, вот опасный был удар. Николай Карандарев атаковал ворота, и буквально считанные сантиметры мяч разминулся со стойкой ворот. Опасный был момент, но видно, Николай пристреливается, уже второй у него удар по воротам «Металлурга» и Александра Костинского. И оба мяча несколько сантиметров прошли от ворот. Пристрелка идет, посмотрим, что будет дальше. Перевод мяча на противоположный фланг, но неудачно. Но хорошо, что Антон Кусарев набрал крейсерскую скорость, но мяч ушел, да. Падение. Ну, поле скользкое.
Поле скользкое, понятно, что будем видеть много борьбы, много падений. Это и не мудрено. Ну вот судья назначает, похоже, что 16-метровый удар, непонятно за что. Ну, видимо, Антон, падая, все-таки вкатился в вратарскую зону, и поэтому что делать, естественно, нельзя, и поэтому назначается 16-метровый удар. Шестая минута этого матча, и вновь Николай. Ну, это уже пан в сторону комментаторской кабины. Совсем удачно, шведой пробил Николай Горнодарев. Но вот пока не слишком удачно, можно сказать, проходит центральную зону, блокируют этот проход, хотя казалось бы, все поле. Удар, вновь Михаил Лепинский не попадает по воротам. Но те, кто часто бывает на матчах «Металлурга», помнят, что Михаил Лепинский много имеет возможностей, много идет по воротам. А вот уже и Владимир Куценко заставляет Игоря Ярмишкина, вратаря Кубани, демонстрировать свое мастерство. Хороший был такой прицельный удар, но вратарь на чеку. Хорошо пробил Владимир Куценко, номер 7. И Антон Гусарев ждет передачу на свой, на дальнюю штангу. Не получилось атака, и надо возвращаться Антону. Да, прошел центр поля. Не по правилам. И быстрая атака «Металлурга». Да. Пока для Игоря Ермишкина, вратаря Кубани, неразрешенных проблем спортсмены «Металлурга» не ставят. Нерешаемых задач пока справляется со всеми ударами. А уже первый период подходит к 8-й минуте. И пока мы не видим забитых голов. А это значит, что на протяжении всего матча будет борьба. Ну вот очередное падение. Ну, действительно, скользкое поле, ничего удивительного. Ну, шанс у Михаила Лепинского. Сбежаться будет, и не решился пробить сразу. Обработкой мяча и момент загубил. Но, к сожалению, у Михаила бывает такое. Хорошо вроде бы комбинирует, передвигается, но иногда не ведет именно на завершающую стадию. Антон Гусарев, удар! О, вот прекрасный удар! Вот это прекрасный удар, и Антон Гусарев открывает счет забитым мячом «Металлурга». Открывает свой лицевой счет в этой встрече на битом мяча. Прекрасный удар в дальнюю шестерку, в дальний угол. И тут, я думаю, что Игорь Ермишкин навряд ли смог бы помочь своей команде вытащить этот мяч. Хороший, точный удар. И 1-0 «Металлург» впереди на 10-й минуте первого периода. Я думаю, что те болельщики, которые знают, приходят на стадион, знают игры «Металлурга». Это, я думаю, что один из самых поздних забитых мячей. Ворота команды соперника «Металлурга». Обычно это бывает несколько быстрее, а тут только на 10-й минуте «Металлург» смог размочить ворота соперника. Ну что ж, тем будет интереснее, естественно, игра, тем будет больше азарта. Атака была не со стороны мяча, и судья это зафиксировал. Мяч у «Металлурга». Опять
Собирает скорость, будет удар. Решается на удар, хотя, в принципе, позиция была неплохая и убойная. Именно с этой позиции любит бить капитан металлурги сборной России Владимир Сосницкий, разгоняя мяч по центру и мощным ударом, с которым не часто справляются спортсмены. Не сближаясь с воротами и защитниками, любит он бить именно мощным, благо он обладает мощным ударом, и частенько вратари не справляются с этим ударом. Лучшим бомбардиром этого соревнования, лучшим бомбардиром, и одним из лучших в Европе. Ну, сегодня Владимира нету на поле. Ну, я думаю, что те спортсмены, которые сейчас на поле, на площадке игровой, я думаю, что показывают, что и они не случайно находятся в команде. И по достоинству эти ребята, конечно, капитана команды Владимира Сосницкого. Ну что ж, посмотрим, пока неплохо получается, 1-0 ведет Металлург. Где-то, наверное, минут 4-5 команда Кубань не может подойти к воротам Металлурга. То есть такую осаду совершает Металлург в ворот Кубани. И вот сейчас Михаил Липинский получает возможность пробить. Ой, и вновь штанга, а очень спокойно так пробила на технику, щечечкой. Но штанга сегодня играет за Кубань. Удаление Вячеслав Дергунов удалил игрока Кубани. Кубань сейчас играет в меньшинстве. К сожалению, Владимир Пономарев не смог правильно... Прошу прощения, не Владимир Пономарев, а Андрей Попов не смог правильно распределиться. Игрок команды играет в меньшинстве, можно было бы подержать мяч. Я не знаю, сейчас смотрю, нет команд в меньшинстве, 4-4. Было удаление с правом замены, может. Ну, в перерыве мы узнаем у Вячеслава Дергунова. Ну и, как всегда, отдельное спасибо группе поддержки команды «Металлург». Приходят на стадион в любую погоду, поддерживают команду с речевками, кричалками, флагами и... А вот сейчас опасный был момент. Игорь Ивакляч владел мячом, носил удар по воротам. Но Александр Сосницкий на чеку. Что ж, посмотрим. Погоды. Действительно, развернула мотоцикл в угол. И вот судья поднял руку, неправильно перешел центр. Да, но один судья показал, это Петр Рыбоклясь, показал, что неправильно перешли центр поля. А Вячеслав Дергунов не рассмотрел, может быть, момент, где за мотоциклами был скрыт. Петр Ибакляч рассмотрел, что показал, что с мячом должны быть спортсмены Кубани. Заканчивается 15 минута первого периода. 1-0, Металлург впереди. И последняя пятиминутка. Mm-hmm.
князь поднимает руку, что останавливает игру. Вячеслав Юргунов, да, сейчас тоже увидел, что игра останавливается. Ну что, Михаил, еще удар. Нет, один раз. Точно в руки вратаря Игоря Ярмишкина. Вячеслав Дергунов усмотрел нарушение правил. Посмотрим, кто будет бить. Михаил Лепинский. Удар не получился, можно так сказать. У Михаила... Удар от ворот. Взял быстро мяч. Буквально пойдет последние минуты первого периода. Счет по-прежнему 1-0. Не часто можно такое видеть. Не часто обычно минимум 3-4 мяча Металлург ведет, но тут команда Кубань упирается, можно сказать, упирается. И не собирается сдаваться. Вот, пожалуйста. Показалось, что закончилась атака. Ничего дельного из этого не получится с этой атаки, но Михаил Лепинских нашел все-таки ладейку между защитниками и вратарем. И забил второй мяч Металлурга. 5 секунд до конца первого периода. Успеет нанести удар? Скорее всего, не успеет. Все. Закончилось время первого периода. Счет 2-0. Счет 2-0. Команды покидают поле, отдохнуть, выпить водички. Ну, а перед вами, как всегда, в перерыве играют молодые ребята, будущее поколение Металлурга. Что ж, отдохнем.